День добрый, друзья, рад вас приветствовать на моем канале. И немножко выдалось времени, продолжим прохождение XCOM 2. Смотрите, какая интересная даль, да? Спутниковая станция, класс. Вот засели они, неплохо они так засели. Это версия PPP 1.6.0.10.82, насколько я помню. И мы в прошлый раз украли ворота. Так, это что за персонал такой? Угу. Вот, и какой-то адвентовский завод завалили, где они штампуют солдата в адвента. Это то, что происходило в прошлой серии. Если не видели, то вернитесь, посмотрите. И мы с вами прервались на том, что у нас тут горит. Кто-то нас атакует, вернее не нас, а наших повстанцев. И надо полететь им помочь. Сейчас я немножко ознакомлюсь. Ага, есть один заводик. Просто у меня разрывы огромные между играми. Больше недели, поэтому не все еще помню. Так, что у нас здесь? Крисолит, элитный офицер, элитный солдат, элитный щитоносец, привратник, кодекс, привратник, зараза такая. Остановить карательную операцию. Блин, привратники на карательной операции, это беда. Это как оживит штук 20 всяких пси-непонятностей. Напоминаю, что мы транслируем на максимальной возможных настройках видео, и в том числе 4К вы можете включить на YouTube и посмотреть качественную картинку. Шейх Тайган Шэнь не обрадуется, если мы не применим черепной бур по назначению. Нужно выдать его хотя бы одному из солдат. Да, напоминают нам, что мы сейчас можем кодека взять. Кстати, кодек в миссии есть. Теперь он будет каждый раз, когда мы будем летать. Специально для того, чтобы мы могли реализовать свой бур. И, наверное, где-то пороков, как обычно, нету, да? Блин. Так, надо выдать черепной бур кому-то. Это уже устарела граната. Мина классная штука. Но мы не будем ее использовать. Мы будем криты использовать. О, топоры есть, отлично. Снялись. А то они вечно не снимаются. Ой, искра есть. Чейкар. Икар это летающий, который крылья себя опалил. Мифическая личность. Так сказать. Так, кого ж тебе выдать-то? Вот этому, наверное, да? Да, оснащение у тебя патрон АПшка и нано. Что он дает? Здоровье 7, мобильность 1, броня 1. Угу. Здоровье 6, броня 1. То есть мобильности и здоровье плюс 1, да. Но забирает один предмет. Вот это беда. Благодаря мобильности Архона эта броня должна давать почти безграничную свободу перемещения. Ну да, классная броня. Учитывая, если мы, допустим, третью бронь бы не успели исследовать. Ух ты, так два предмета можно в этой броне. Это хорошо. А я думал, что нельзя. То эта броня была бы такого же типа, как третий уровень. Это круто. Это круто, друзья мои. Так, 9 плюс 7. Что снайперу надо? Снайперу надо какой-то прицел, блин. Патроны пробивные. Жизни, да? Даже не знаю. Даже и не знаю. Ладно, пусть будет, как и было. Пистолеты у нас крутые, основное оружие у нас крутое, меткость, перезарядка, ой, размер магазина. Да мы крутые хлопцы. Мы очень крутые хлопцы. Так, что у нас здесь? Коготь, это пробиваем бронь. Эти, а, это крит, это бронь. Маяк, маяк. Так, маяк, кому бы еще маяка выдать? Этому нельзя, этому нельзя. Ладно, в таком составе полетим. Было бы два штурмовика выдал бы, а так один штурмовик нормально. Поступил сигнал бедствия, похоже, пришельцы нанесли удар по одному из аванпостов сопротивления, дело плохо. Мы высылаем группу, чтобы ликвидировать противника. О, быстро прилетели довольно. Так, уничтожьте вражеские единицы и защитите свои. Применить черепной бур. Действует активно, мы стараемся не отставать, замаскированной позиции не будет. Ну, понятное дело, как обычно. Кстати, друзья, рад вам сообщить, что начал, установил и начал проходить Crimea Squad XCOM.
событие, которое его красиво, как лужи, смотрите, солнце отражает, офигенно, очень красиво. Вот, поэтому скоро на канале появится первое видео. Сейчас ознакомительно решил пройти сам, посмотреть, что там да как. Но, в принципе, я вам скажу, игра очень простая по сравнению с XCOM по уровню сложности. Я взял там уровень сложности почти максимальный и прохожу ее, ну, можно сказать, как с детьми. Я один раз только перезагружался, потому что не мог... агент упал, и я не знал, как его эвакуировать, а там миссия по эвакуации. Ну вот, то есть его нельзя поднять и перенести, как, допустим, в XCOM 2. Ну, то есть пришлось из-за того, что он упал, потерял жизни. Ну, он не убитый был, но упал. А так, в принципе, ну, я бы сказал, ну, простенькая игра. Интересно, это что такое? Это какашки откачивает? Ассенизатор чешу местный. А куда труба идет? На-на-на-на-на-на, труба, куда идет? А, сюда же идет. С будки в будку, прикольно. Зачем, интересно. Так, мы немножко отвлеклись. У нас любимые нами крысолиды. Тут в этой игре они офигенные, конечно. Тут они офигенные тем, что они раскапываются. Они фактически на обороне стоят, да? Раскапываются, набегают и кусают. На твоем ходу. Это вообще прикольно. Так, броньку мы вам снимем. Кстати, надо плазменную гранатку. О, что, загорелась машина? Чешу. Ну да, это, по идее, машина загорелась. Вот. На твоем ходу пытаются тебя ням-нямы сделать. Снайпер, 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 снайпер. Ну что, снайпер, давай беги, наверное, сюда. Не, сюда. Чтоб ты троих видел. О. Руки молнии в одного. Упс. Извини, мужик, случайно тебя убил. А этих вот так вот. Мочите. Сэр. Блин, лучше бы ты того ранил. Вот зараза. Я думал, что одного раню, блин. И остальных потом постреляю. Ладно. Черт с тобой, золотая рыбка. Надеюсь, это меня машина не убьет. Да вроде далеко стою. Да, кричат они как в трубу издалека. Такие крики у них. Ух ты, еще и бегать могу. А куда ж мне пробежаться? Тут две клетки от машины. Ну не должна она меня задеть. Две клетки. Мне кажется, это нормально. Так, это кто? Это штурмовичок. Так. Штурмовичок. Мужичок, давай-ка мы, наверное, тут может быть пак. Давай заюзаем вот эту штучку и пробежимся сюда. Пака нет, хорошо. И еще радует, что нету этих зомбарей. Так, но оборонку мы все равно берем. Это кто такой? Кто-то такой, это медик. А что ты тут делаешь? А, я это им разведку проводил, все вспомнил. Точно, точно. Точно, точно. Беги сюда, ладно. Ох, 80 ограничения. Прикольное ограничение. У нас таких не бывает в нашей местности. Так, еще один техник. О, у нас два техника. Слушай, два медика, да? Ты тоже медик? Да. Красота. Два медика, еще и аптечка у этого, у снайпера, блин. Вторую аптечку надо было медику выдать вообще-то. Ну что, тут будет у нас противник или нет? На последнем, как обычно. У него сканер есть. Будет, ну конечно же, ну конечно же, ну как же без этого? Шеф, кодекс это идеально подошел бы для проникновения в сеть Адвента. Для начала нам нужно использовать черепной бур. Блин. Их там два, кстати. Ого, и один в тылу. Да, на последнем, как обычно, я юзаю пак противников. Это я молодец. Это я люблю. Это весело, но, конечно, неадекватно с точки зрения
управления. Ну, ну, ай-яй-яй, испортил такую белую курточку. Я хотел с него снять. Джинсовка. Белая. Раритет. Блин, телепорт. Снайпера хочешь? Не снайпера. Ого, обоих. Все наружу из строя выводит, да, зараза. Ну хоть не стреляйте, и то хорошо, отца мы разберемся. Так, черепной бур, у кого? Етическая сила. Фух. Никого не повредило. Так, у кого черепной бур? Покажите. Это что такое? Прыжок. Ух ты. Бур-бур-бур-бур-бур-бур-бур. Це уж этого. Ага, вот этого, по-моему, да, точно. И шо? О, о, о! Родненький ты мой. Давай. Сам Бог велел. Connection. Что мы тут имеем? Блин, надо было это техникам делать. Ладно, черт с тобой, золотая рыбка. Выполняем квесты по лору. Ну, что там, давай. Ох, и тормозаж. Зато классно, им черепным буром убивать можно насмерть сразу. Опа, привет. Ух ты, усилитель. Тот, который я себе сделал. Шеф, полагаю, мы наблюдаем нечто совершенно новое. Эта особь пока что не попадалась ни в руки, ни даже силам сопротивления. Будьте крайне осторожны. Да, типа крутая штука, да? Жизни у нее этой штуки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, где-то 25 примерно, да? Да, беда. Кодеки это фигня. Блин. А что с пистолета, родной? Ты достанешь его? 29, ой-ой-ой. Ой, как мало, ой, как мало. 40 низкое укрытие, да, дальность защита. Блин, у него защита 10%. А что ты скажешь по этому поводу? О, 60. А что так 60 у тебя? Вот ты самый меткий, еще и прицел у тебя. Ага. Давай, родненький. Давай, родненький, даже не отсюда, а вот отсюда. Ух ты, блин. Я забыл про тебя. Фу. Ты, блин, вот это я протупил, конечно. Ух ты, 100%. 100%. Fire! Тых-дым-тым-тым. Тым-тым-тыр-дым. Ничего себе, у него две брони. Тых-тым-тым. О! Там этот, крендель был. Как он? Ух, старейшина, или как его там зовут. Короче. Это Харелла, похож, из первой части. Так, руки-молния, руки-молния. О, о, о. Кого рукам? Рукомолнием кого? Наверное, тебя. Бах. Блин, ну ты даешь. Это не камон фокус, это камон идиотус. Так, а кем же ж я могу еще пострелять? Давай тобой. Хорошо, винтарь полетел в воздух. И что, второго выстрела не будет? Плохо. Я путаюсь, кто может второй выстрел, кто не может. Так, ты прикроешь потом, если что, да? Ладно, давай тебя попробуем. Какая перезарядка? А, перезарядка, ух ты. Ух ты, блин. Так я могу тебя стрельнуть, да? Отлично, еще и зарядиться. Да ё-моё, ну. А, хватило? Фух, хорошо как. Безжалостность. Так, так, так. Ну, я, наверное, бежать никуда не буду. Ух ты, тут их два. Так хочется вот этого освободить.
Ну что, опять кого-то активирую? Раз, два, три мы уже, да? Четыре, отлично. Так. Хорошо, что никого не активировали. Снайпер, снайпер, снайпер. Ты остался один. Бежать вперед ты, наверное, не будешь. Блин, даже не знаю. Наверное, наверное, беги-ка ты сюда. Да. Тю. Я думал, там кто-то сейчас появится. Так камера туда навелась, интересно. Кто здесь? Зараза, он уже двоих убил. С этот. Суперкомандор, блин. Так, где-то шарик. Шарик, лошарик. Что у нас с бронебоем? Ты бронебой? Да, бронебой, и у тебя есть морозная бомба. Тебя надо, блин, куда-то шуровать. А что тут огонь? Прикольно, он через огонь пробегает, чешу. Тут как-то можно пробегать, так интересно. Я вот не... А, вот, Ctrl зажимаешь. Ага. Ctrl зажимаешь, так раз... И вот так два. Это если не знали, друзья мои, Ctrl зажали и правой кнопочкой. И отмечаете, как пробегать по кругу, типа. Допустим, чтобы вот эту клетку не задевать с огнем. И он будет бежать так, как вам нужно. Даже кругами. Ну, при этом, конечно, ходы будут тратиться больше, но. Это очень удобно. Очень удобно, только нам бы всем на дно. Нам бы повыше залезть. Чтобы получить 20 точности, но при этом никого не активировать. Слишком жирного. Это пятый. I gotcha. Так, так, так. Теперь сюда давай. Что, никого? Удивительно, что они там все в одном месте собрались. Хотят как вывалить одним паком, чтобы меня сразу съесть, наверное. Где-то здесь должен быть. Но из-за здания не видно. Хотя окна тут есть, не знаю. Странненько это все. Очень странненько. Вон где далеко как. Блин, никого нет, странно. Вот тут два, а тут третий. Сто пудов там кто-то из зверюх есть. Блин, сейчас тут, наверное, активирую кого-то. Нет. Не будем спешить. Ну его нафиг спешить. Хода не ограничены. Правда, они этих цивильных кушают. Но это... В принципе, мы успеваем 6 спасти. Там чуть даже больше спасем. Ага, привет, родной. Вот я тебя пришел спасать. Ага, ты как вылез, как дал бы мне когтями. Здрасте, здрасте, мордасте. А у нас охрана есть. Ого! Шарик, это нехорошо. Блин. Крушители. Хай-хай-хай. Ух ты, блин. Молодец, только, блин, косой ты, молодец. Отлично. У него 14 жизней, и мы так... В две руки его положили. Ой, как хорошо лег. Позвоночник себе сломал по пути. Так, шарик, лошарик. У тебя 6 брони, а я 5 пробиваю, да? Как бы тебя наказать? Сколько я? 8-10, да? А если я с пистолетика? Достаю, кстати. Кстати, достаю. Так, подожди, может и эту бронку можно снять. Где ты, 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 где ты? Вот ты где. Ух ты, да-да-да-да-да, родной. Хорошо, я стал. Сейчас мы тебя трошки вот так вот. О, двойной выстрел есть даже. А это что такое? Разрыв.
Так, наносит критический урон. В дальнейшем цель получает больше урона. О, давай разрывом, точно. Черт с ней, с броней. И с двойным выстрелом. О, подранок. Еще и критом подранок, отлично. В первой части назывался подранок, а тут разрыв. Ну, разрыв, то и разрыв. Черт с тобой. Так. И теперь пистолет делает вещи. Делает крутые вещи. Даже и пистолетный выстрел особо не нужен. Достаточно веерного. Плохо, когда веерный применяешь. Ого. Плохо, что не остается еще один выстрел пистолетный. Или остается? Остается. Отлично. Тогда не зря. Так, ну раз там был зверюга, значит тут зверюги быть не должно. Хотя, может прикрывать своих ребят. Пригодится. Так, это что такое? Черепная мина. Какая? Черепная мина? Доступ к сети Адвента и завладеть ценной информацией с близкого расстояния. Тихо. Странно. Хрень какая-то. Черепной бур, черепная мина. Я взял вроде только бур. Интересно. Ну давай. А, процентаж 70, да? Ну прикольно. Ну, покажите его. Блин. Приведет к тому, что солдат получит урон. Чутка не хватило, блин. Провал. Обратная нейросвязь. О, блин. Хорошо, я забежал, конечно. С риском для жизни, так сказать. Ого! Я еще урон получил. Не, зря я эту фигню сделал, конечно. Блин, я сейчас вообще затупил. Так, а что у тебя есть? У тебя есть маячок. Маячок, дурачок. Так, всем стрелять по маяку. Ахтун. Да, ну ничего, зато попробовали. Зато попробовали, куда бы его стать. Да, я тоже думаю, что все будет окей. Давайте попробуем оборону. О, хоть кого-то видишь. Слава Аллаху. Давай. Ой, хорошо. Так мы еще и спасем этого товарища. Сейчас они двое. Одного не должны убить. Даже если один выстрел будет, это будет хорошо. Так, это уже третий пак. По идее, это все. Там было три, там было два. Подтверждаю, гражданские спасены. Так, это было 5. Там было 3, это 8. И еще 3, 11. Да, это последнее. Это последнее. Этот еще дурачок сюда выбежал. Хотел из-за окна пострелять. Блин, одна хп осталась. Так обидно. Отлично. Что ты будешь, щит кидать или будешь стрелять сюда? Ого, у него 3 брони уже, слушай. Стрелять будет, вот зараза. Из-за угла. Ача! Кританул почти. Да, в грудь себя бьет. Какой я молодец. Я убил... О, аптечка там лежит. Я убил голограмму. Блин, вот этот один остался, нехорошо. Он не должен убить меня. О! Класс, я же убил одного, у меня неуязвимость. Точно, точно. Так что мы молодцы, хоть мы, конечно, фигню упороли. Это что такое? Гомбочка. Прикольно. Так, 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 так. Подожди. Раз, два, три. Что, всех вижу? Раз, два, три. Всех вижу. А, это со снайперки я всех вижу. А так я двоих только вижу.
Я вижу только двоих, да? Ну что, давай. Ты у нас мастер. Странно, он только что стрелял. И опять стреляет тройным выстрелом. Я думал, там какой-то... О, прикольно. А сейчас он ушел. Пистолет не дал поднять. Странно как-то, блин, действует это все, слушай. Я еще же удивился, что можно было потом пистолетом стрелять. А уже нельзя. Так, ну шо, ну шо, ну шо. Давай поднимем эту штуку. Чей нафиг не надо. Не, давай поднимем. Посмотрим, что там. Модифицированный, улучшенный лазерный прицел. Вот это хорошая штука. Плюс 15. Мне как раз надо там где-то. Так, кто, где? Кто? Никого уж нигде нет. Чё ты чё? Сиди в обороне. Так, 60. Подожди, мужик. Там может быть еще этот. Где-то длиннорукий безликий. Этих сейчас мы успокоим и так. Без проблем. Ну на тебе. Получи-ка, распишись-ка. О, у него на руке он черепной бур на правой. Ну что, где наш безликий? Покажите нам его. На крыше? Вот зараза, блин. Ага, такая жопка. А тут хопа, такая жопка, ого. А, так он не там, кстати. Он за этим каким-то там преградой. Так, тогда полезли на крышу, посмотрим. Отсюда, может, мы тебя смогем? Не, это и не достанем. Давай в оборонку. Блин, сейчас прибьет нашего одного. Вот зараза ж такая. А кого восстанавливать? Некого восстанавливать. А вот лечить есть кого. А, подожди, восстановление это ж типа всех. Давай. Я вечно путаю реанимацию и восстановление. Еще 5 гражданских. Сейчас, если этого не убьет одного, то будет 11. А если убьет, будет 10. Че, как-то он странно пробежал. Ой. Какой-то глюк такой был странный. Очень он странно бежал. Ого, голову ему отрубил. А, он так запрокинул голову. Ну, красиво, как будто отрубил ему голову. Отлично, и огонек еще. Ну и что ты будешь делать? А, все, ты все ходы потратил, мужик. Так ты молодец. Тебе конец. Кто у нас качается? Кто у нас качается? О, ты у нас качаешься. А так у нас все крутые, в принципе. Так. Что-то огня нету? Нету. Гоу, гоу, гоу. Давай, родненький. 98%. Замочи этого куртупля. Отлично. Отлично, отлично. Ух ты, еще и свободное действие. Так, зона зачищена, никто не заметил. Два раненых, блин. Мирных спасено. Двух не дотянул. 15 убил. Ну да, это было 11 противников и 2 безликих, 13 и 2... Кодека поделились. 15, согласен. Да, по 2 дня, нормально. Молодцы. А вот не прокачались, это плохо, конечно. Шеф, я нисколько не сомневаюсь, что захваченное существо – важная часть плана пришельцев, но в настоящее время у нас нет никакой возможности изучить его должным образом. Труп аватара. Такая дырка у него прямо в шлеме.
дырка здесь, ну это не сердце, конечно, справа и в шею, о, офигенно, мы его постреляли. Так, модифицированный это плюс 10, улучшенный это 15. Критический урон повышает вероятность критического урона на 15. И чем ближе, тем выше критический урон. Понятно, это немножко не то. Так, изучить труп аватара. Пришельцы построили новое общество, государственную структуру и систему изощренных манипуляций сугубо для сознания этого так называемого аватара. Ценой множества человеческих жизней они добились успеха. Hello. На 16 доход увеличился, аватар снизился на 3, отлично. А, это ж мы за убийство аватара снижаем на 3 аватара. Так это вообще красота. Я вначале сильно волновался, что аватар сильно рос. А теперь волноваться не стоит. Кстати, жизни у него количество такое, как мы на карте видим количество аватаров. Полосочек вот этих вот красненьких. Хотя не, у него половина, а у него было где-то вот так, 75. Наверное, какой-то запас есть изначально, а плюс вот это, что добавляется еще. До сих пор вашим силам удалось сдержать все угрозы со стороны врага, шеф, но мы не должны терять бдительность, пока не освободим землю от тирании Адвента. Это неизвестное существо может оказаться ключом к победе. Конечно, ключом к победе. Так, о, материалы пошли, да? Успехов, материалы, отлично. Так, мы там где-то что-то делали, и у нас ход остался, ресурсы забирали, да? Прекрасно, тут вышку можно построить. А тут контакт надо наладить. И тут вышку надо построить, слушай. Да. Тайник с ресурсами. Ну что, забираем материалы пока. Надо глянуть, что у нас там исследуется. Что мы там, врата исследуем, по-моему, да? Добьем денек. Так, шеф, да. Глянем, что у нас там по исследованиям, бо я уже не помню, что там, где там, зал теней. Текущие пси-ворота. Угу, понятно. Все с вами понятно. Исследовательски тут ничего не сделаешь. Тут расшифровка данных, понятно. Старейшины всегда оставались в тени. Я сомневаюсь, что большинство жителей городских центров видели хотя бы одного лично. Они лишь памятники им. Тот факт, что они, стало известно, страдают от неизлечимого недуга, объясняет их стремительное избежать публичности. Состается вопрос, что это за заболевание, при котором даже возможности пришельцев не позволяют вылечить их. Короче, старейшины не показываются, только памятники, да? Да, потому что приболели. Что у нас тут, зона испытаний, ресурсы? Кстати, странно. Ресурсы через 15 дней, а нам дали ресурсы. Давайте посмотрим, что мы можем в инженерном сделать. Это уже, я так понимаю, подходит к концу дело. Сейчас мы врата исследуем и через эти врата куда-то полетим, насколько я помню. Производство предметов. Ментальный щит я так и не использую. В принципе, особо не нужно. Вот эта штука, я не знаю, для чего пси-усилитель. Там как-то кто-то где-то... Как-то психа можно воспитать. Ну как? Черт его знает. Так, короче, тут ничего не надо. Адский узор можно взять. Давай один возьмем. А так, в принципе, все. Все, что надо, у меня все есть. Ну, то есть, я молодец. Кто молодец? Я молодец. Так, где у нас... Опа, все люди, миллионы невинных, слепо,
спешащих прямо в ловушку пришельцев, мы знали, что им нельзя доверять, и это было для нас очевидно. Но пришельцы всегда заявляли о себе громче, чем мы, и благодаря городу было сравнить с тем, что мы могли предложить им мы. Так или иначе, это следует положить этому конец. Ну да, да, да. Заманивают, обдуривают бедненьких, несчастненьких. Давайте посмотрим, что в партизанской школе можно сделать. Так, движение по мобильности, месть, понятно. Взрывы. Да что, делаем все подряд. Бабки есть. Денег дофига. Пусть будет, пригодится. Так, хорошо. Что у нас по бойцам? Надо бойцов качать, наверное. Задачи. Врата и этого изучить кадром. По бойцам у нас один день, два дня и стресс. Надо бы подготовить. Так, у меня полковников раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь полковников. Нормально. Кто у нас тут есть? Рейнджер 1, гренадер, снайпер, рейнджер 2. Два рейнджера есть. Гренадер 2, специалист 1, снайпер 2, специалист 2. В принципе, все, у меня два специалиста, все есть, короче, все по 2. Так что нормально, особо и качаться не надо. Ну все, добиваем эту миссию и будем вскоре играть в Crimea Squad, или как она там называется, эта игрушка. Давайте вот тут, наверное, вышку построим, или лучше вот тут. Чтобы по разведданным можно было добраться до этого региона. Ой, полетел, полетел, но нас не нашел. Патроны у нас АПшные, поджигательные, ядовитые, все есть. Оба-на! Ворота! И что мы имеем? Мне так жаль, но только мы можем с этим справиться, если бы я могла пойти туда сама. Врата готовы. Как там у вас? Готово. Я вмонтировала в ровер фрагменты мозга кодека. Он будет издавать те же сигналы, при помощи которого кодек прошел эти врата. Превосходно, приступим. Мы уже видели, как кодек открывает подобный разлом. Прибор справится, я уверен. Ну и что? Так, начинаем запись со всех секторах. Быстро снимаешь данные и немедленно возвращаешься назад. Ты понял? Так, и что мы имеем за вратами? Ого, вы видите это? Похоже, наш сигнал принят. Увеличиваю мощность. Это не похоже ни на одну из станций, которые мы упали раньше. Ни на одно место на Земле, раз уж... Возможно, это источник всего. Тронный зал. Чужих, если угодно. Защищен от любого физического вторжения. Есть лишь один способ выяснить. Вперед, мы рассчитываем на тебя. Тронный зал. Доктор, тут что-то не так. Сработало. Какое мгновенное... Прибор был между двумя точками, но потом врата затребовали второй код. Биогенетического происхождения. Когда мы не смогли его предоставить, он выстрелил каким-то энергетическим импульсом. Да уж. Если кодек открывает дверь, органический код — это ключ к ней. Мы должны быть уверены, что у нас есть ключ, прежде снова досунемся. Будет неприятно, если подобное случится с кем-то органическим. Согласен, я немедленно передам наш отчет шефу. К
Короче, робота-органик какой-то должен туда проходить, да? Теперь мы готовы провести вскрытие этой могучей особи. Думаю, мы в паре шагов от полного понимания того, что ж такое аватар. Окей. Ну давай. Аватар. Let's go. Это существо представляет собой почти идеальное сочетание ДНК людей и старейшин, однако создается впечатление, что оно не завершено. Возможно, поэтому мы так легко его одолели. Так или иначе, я прихожу к заключению. Мы возложили на вас такие надежды. Полагаю, мы нашли наш аватар. Так, ну что ж, давайте посмотрим, что у нас там на карте. Достроим ретранслятор. Новый доход 105, да? Так, теперь мы можем установить контакт и завалить этот заводик. Шеф, мы используем всевозможные ресурсы по линии связи. Нам достаточно. 12 нас устраивает регионов. Там их 16 или сколько. Так, плюс 10 к меткости новые патроны. Нормально. Так, и новые цели адвента. Экстремально сложно. Дают ученого. Нафиг он нам нужен? Ну ладно. Увеличенный радиус обнаружения врагов. Так, что тут у нас? Ученый здесь кто? Доктор не нужен. Инженер. Материалы нам, в принципе, тоже особо не нужны. Ну, пусть будет ученый, что сделаешь. Предмет с адвента. Так, Андромед Кодекс, элитный солдат, элитный копейщик, привратник, вайпер, тяжелый мэг. Поехали. Да, довольно просто становится под конец, когда у тебя третья броня, третье оружие. Я думаю, следующая миссия, может быть две, это будет уже конец игры. Так. Кто здесь у нас? Черепной бур нам не нужен. Адский узор достаточно. И крит. Так, хорошо. Тебе. Блин, еще один адский узор надо будет сделать. Неконтактная мина. Урон 6, дистанция 12, радиус 4. Урон по броне 2. Пусть будет мина. А что если мину этому дать? Он не стрельнет или нет? Наверное, стрельнет. Ну ладно. Так, что тебе можно взять? Тебе можно взять какого-нибудь плюс 10 меткости, да? Пригодится. И кислотную гранату. Пригодится. Так, меткость, перезарядка, размер магазина. Там я хотел применить какой-то апдейт к оружию. Так, что у тебя? Шанс критического 5%. Оу! Так надо шанс критического поставить тебе 15%. Вот это другое дело. Настройка спуска.
5%, что вероятность не потребует. Модификация 10%, что не потребуется. Повторитель, это что такое? Вне зависимости от уровня. Интересно, она на пистолет действует или нет? Он часто с пистолета стреляет? Наверное, нет. Ладно, тогда вот эту сделаем. Наверное, нет. Ну так, по идее, в принципе. Вроде как ложит она основное оружие. Ой, куда-то не туда пошел. Так, улучшение оружия. Давайте посмотрим. Это что такое? Меткость на 10. Ибо у меня меткости 15, да? Автозаряжение. Это быстрая перезарядка. Приклад. При промахе 1. А есть у нас повторитель сюда? Да. 10% повторителя. Так, ты стала красным оружием. Отлично. Так, 10% убийства. Все, мы вооружены и очень опасны. Что тебе можно поставить, снайпер ты мой? Что у тебя? Меткость 15, перезарядка и размер. Ну, в принципе, у тебя все есть. Так, тяжик. Тяжик с повторителем, да? Это что такое? Да, 5 повторителя. Это что такое? Плюс 2 магазин, модифицированный прицел, 10 меткости. 5 меткости. Странно. Лазерный прицел и просто прицел. Типа. Надо попродавать оно все. Нафиг не надо. Дешевка первого уровня. Так, и это тоже с. Приклад, что дает? О, 3. Повторитель. 5%. Ага, хорошо. Хорошо, все бойцы отличные. Качать нам никого не надо. А, вот этого надо прокачать, кстати, да. Так, я хотел аптечку кому-то дать. Где мой инженер второй? Второго инженера нету, да? Ну ладно. Полетели в этом составе. Ту миссию добьем, наверное, и на этом это видео все. Мы получили вести от сопротивления. Один из их агентов обнаружил в этом районе хранилище данных Адвента с информацией о новой операции. Мы собираемся заполучить ее и остановить. Их дальнейшее продвижение. Уничтожьте все вражеские силы, захватите территорию. Ух ты. Так, в вашем районе обнаружен банк данных Адвента. Там установлены взрывопакеты с системой самоподрыва. Обезвредьте взрывчатку, захватите данные, прежде чем они будут уничтожены. Так, надо инженерам это делать. Бо я вечно, блин, кем-то не тем захватываю. Где ты там, кстати? Вот ты где. 8 ходов, как обычно. Так, давайте-ка поглядим. Что у нас тут и где? Че, вот это и все? Тью как слабенько. Ну ладно. Ой, кто-то меня там заметит. Ладненько, ладненько. Кто ж меня там видит, интересно? Странно. А, эти могут стрелять, точно. А я же думаю, что за ерунда такая. Тут в окне кто-то меня увидит, стопудов. Вот так вот. А
один ход, так сказать, на подготовку. Чтобы занять позицию. Да, дальность у них приличная. Там обычно сколько? 4-5 квадратиков у них. Получается теперь 8-10. Ладно, я бы так тебя завалил бы, конечно, но неохота этого делать. Сейчас посмотрим, вот так вот пробежимся, там вроде окна оббежали все. Там еще одна вышка какая-то, да? Два тяжика у меня. Ну, блин, даже не знаю. Ну, давай что ли сюда. Так, следующий. А что следующий не переключается? Оба-на. О, вот сюда бы заморозить было бы неплохо. Сюда бы заморозить и отсюда бы пострелять. Надо снайпера хорошо разложить. Наверное, вот так вот. Ладно, один ход пропустим. О, отлично, они идут туда, куда нужно. Сейчас мы их чекир-башка сделаем, надеюсь. Бо эта цель слабенькая. Ого. Сейчас они еще заметят меня, вот будет прикол. Не заметили. А что я их не вижу? Где-то тут спрятались, да? Вот, блин. У тебя морозная бомба? Блин, а где морозная бомба? У тебя морозная бомба? Ё-моё, не туда пошел. Жалька. Дасыс есть жалька. А у этого только кислотная. Блин, где-то вот здесь они стоят. Сюда забегут, тут тоже могут быть противники, блин. Так, ну этих мы точно снимаем. Да? Ну да. Так, поэтому сюда кислотная бомба пойдет. Броньку вашу подъесть. Че снайпера лучше кинуть. Блин, наверное, лучше снайпера кинуть. Я бомбу кину куда угодно. Лучше снайпер. Только он, зараза, не убивает с первого раза, да? А второй снайпер что скажет? Тоже не убивает с первого раза, блин. Тяжик убивает с первого раза. Мочи, говнюка. Заодно броньку снимешь. Да, шарик, ты балбес. Не снял с первого раза. О, как раз хорошо ты стал. Так, надежно, так сказать. Кодека мы мочить не будем. А что у тебя есть, скажи, пожалуйста. Опу. Вот тут бы снайперу стать.
У тебя есть двойной выстрел. Go. Главное не промахнуться. Отлично. О. Вот это дело. Теперь снайпер быстрыми ручками делает. Раз. Ты разделяешься. И разделяешься где-то, чтобы я тебя видел. Где? Вот зараза. Далеко. Ладно. Давай с пистолетика стрельнем куда-нибудь. О, я его вижу. А, фу, с винтовки только. Только с винтовки, блин. Плохо дело. Давай вот этого еще подраним. О, и все, теперь поехали. Раз, два, три делать. Жалко, я того кодека не вижу. Как-то он там спрятался сильно. Блин, промахнулся. Ну ты, блин, даешь. Промах, попадание, крит, по нарастающей. Прикольно по нарастающей. Это опасный крендель, он гранаты кидает. Так, кого ты видишь с пистолета? Блин, вообще никого. Ну ты, блин, даешь. Ладно. А что у нас техник? Техник, ты где? Тебе бы кого-то добить. Кого-то бы тебе добить. Ладно, пусть это будет робот. Отлично. А, хотел сюда побежать. Вот себе побежал бы, блин. Получил бы по заднице. Так, тут может быть разлом. Этот может по заднице настукать. Рутями. А у меня их всего два. Давай сюда топорчика бросим. Надеюсь, ты его завалишь. Там, по-моему, достаточно, да? Достаточно одной таблетки. Блин, у цели стоит нехорошо, зараза. Ох, и нехорошо он стоит. И цель мне тоже не нравится. Сейчас тяжу придет по морде, настукает. Блин, кого из них убить? Что снайпер скажет по этому поводу? С первого раза нет, с первого раза нет. Ладно, придется одного кодека оставлять. Придется одного кодека оставлять, это беда. Или лучше одного вот этого дурачка, лучше одного дурачка оставлять. Ну его нафиг. Кодек сейчас еще разоружит нас. Будет нехорошо. Привет. Золотистый. Получи. Распишись, что получил. Та-ба. Хорошо, с первого раза. Даже не пригодился двойной выстрел. Ну иди, ладно уже, бей меня. Бей меня. Бьешь, значит, любишь. Промахнулся. Купец тебе. Купец тебе, мужик. Так, где наш любимый? Не, наверное, не получится тогда. Давай мы тебя разочек вот так огреем. О. И наш инженер подкачается, как обычно. Так, 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 так.
Так, где ж ты, где ж ты, где ж ты, где ж ты? Вот ты где. Давай. Да все будет нормально, не дрейфь. Девчонка, прорвемся. Качайся. Отлично. Да, ты попала. Это точно. Так, что у нас пятеро было, да? Тут 11, по-моему. О, слушай, у меня 6 ходов. Вот что-то я расслабился сильно. Что-то я сильно расслабился. Что у нас здесь? Рус уже недалеко. О! Морда африканская. Так, так, так. Упс. Как-то я неправильно ее использовал. Я что-то думал сначала взлететь, как в первой части, а потом типа сесть, ага. Так да не так. Блин. Ладно. Пешком поедешь. Кто у нас еще? Тяж. Ты еще тяж без дела? Ну, такая гранатка классная. Блин, вот, вот тут бы знать, что они здесь, я бы здесь стоял бы. На высоте. Ладно, подождем, а вдруг? А вдруг? Они все-таки тут... Ой, статуя загорелась. Ай-яй-яй-яй-яй. Камень горит. Сгорит, бедненький. Это прямо как в России там была статуя, которую сделали. Вечно она через 3 месяца сгорела. Так. Шо? Никого? Где-то кто-то топчется, блин. Ой, тут камера, чё, что-то такое. Блин, снимай камеру, мне камера нужна. Снимай, мужик, камеру. 5 ходов. Так, и взломщик должен быть инженер. Снайпер, снайпер подождет. Ой, блин. Веселые хлопчики. Ну давай. Шевелися. Люся, шевелюся. Ого. Один еще и на крышу залез. О, хорошо, я тут снайпером стал. Только, блин, что-то не видно никого. А что такая, блин, у тебя слабенькая защита, общий вид, высокое укрытие. Тьф. Вообще что-то слабо. Ой, как слабо все. Ладно. 60% тоже дело хорошее. Ой, класс. Меткий Джо. Да, ты молодец. Не спорю. А вот что ты скажешь? 37 все-таки. Это тебе не хухры-мухры. Блин. Ёжик, ты nicht gut. О, 2 раза по 37. Ну это ж уже все-таки там, я не знаю, 45 где-то. Блин. Да слышали уже. Слышали, что nicht gut. 5 ходов. Ну что, взломаем что-нибудь? Че, мы зря хакера брали? Звание слабое, это капитан, по-моему. Ему еще пару званий надо бы взять. Но у него хороший друг. Отряд получает обратно все потраченные на этом ходу очки действия. Офигеть. Вот это классно. А кто ходил, кто не ходил? Подожди, подожди, подожди. Подожди-ка, подожди-ка. А кто еще не ходил?
Вот этот товарищ еще не ходил. Так тогда он может набежать. А, подожди, уже. Тю. Я же отменил вроде. Блин. Я не отменил. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Das ist jetzt нехорошо. Ладно, будем все равно бегать. Тю. Да, цель подтверждаю, захватываем. Тут три хода, надо сюда успеть еще. Ну вот это хорошее ускорение. Я еще снайпером так сдвинулся, классно. Так, что у нас руки молнии? Блин, беда с руками молниями. Надо ближе подойти. Дальность у пистолета слабенькая. И точность так себе. Надо, наверное, бронированного стрелять, блин. Ну давай, ладно. У тебя процент побольше. Гоу. Отлично. Ой, хорошо. Слушай, это лучше, чем я даже планировал. По 30, по 40 и попал несколько раз. Вот это дает. Вот это ты мужик. Так, как бы тебя... Даже не знаю. Блин, приморозить бы его. Было бы сказочно. Но откуда я достану? Отсюда или отсюда? По идее, самая близкая точка это где-то вот здесь. Но достанет ли гранатка? Достанет. Сегодня у нас прямо Новый год. Одни подарки. Ой, замерз. О, кстати, ты, мужик, был такой золотистый, когда я первый раз миссию проходил. А теперь смотрите, какой он стал. Ой-ой-ой, как его давно не чистили. Потускнел, бедный. Это на беду. Это явно что-то с тобой случится. Наверное, мы тебя взорвем. Так, ну шо? Ёшкин-матрёшкин, вот это плохо. Шарик-лошарик, это плохо. Блин, я эту штуку, наверное, так и не возьму. Вот, блин, гадство. О, зато кислота есть. Интересно, терминал я не разрушу? Огонь по своим, да. Терминал разрушу. Блин, а так они хорошо стоят. Где этот гребаный терминал? Где этот мой инженер? Иди взломай терминал. Блин, инженер не может взломать терминал. Плохой ты инженер. А я бы их сейчас бы так бы классно замантулил бы этой гранаткой. А где же этот терминал-то, а? А, вот он. Вот он. Сюда, короче, нельзя стрелять. Хорошо. Тогда мы вот этих троих. Гоу-гоу-гоу. Классная броня у него. О! Ух ты, крит. Отлично, крит ядом. Этим, кислотой. Так, кого мы видим? Вайпера. Это кто тоже вайпера? И шарика. Вайпера, вайпера. Давайте вайпера завалим. Он самый видимый, но он, зараза, может меня вытянуть. Ай, блин. Ладно. Ты три раза промазал, кстати. На этом ходу три раза промазал. Негодяй.
А чего этого кислотой не обожгло его? А, он у него защита от кислоты. Ух ты, класс. Если бы я поэтому стрелял, он бы сдох. Но вот этот ящик мне мешает. Блин. О, о, о. Давай ему в глазку, в глазку, в глазку. Блин, поцарапал корпус только. О-о. 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 Фух, хоть не убил, и то хорошо. 8. Еще и подзарядился. Нет. Мой. Ой, хорошо. Захват не удался. А то я думал, сейчас он его в тыл как даст. Так, Туцис, давай. Хотя подожди. А, не, давай. Там броня снята. Так что все нормально должно быть. Десяточка. Отлично. Закрывайся, шкарлупенька. Это что такое? Бросок неконтактной мины. Скоро вот этот отойдет, блин. О, отлично. У тебя все же ж есть. Это ж просто превосходно. Ты всех видишь с пистолета. Давай, родной. Снайпер с этим пистолетом и с этими навыками тройного выстрела, веерного выстрела, превращается в штурмовика. Приходится ему близко находиться. А, у меня нет тройного выстрела, блин, жалко. Ладно. Где там, где там, где там, где там? Вот этого бы завалить. Но надо сначала его со шкарлупки вынять. Так, бронированный дядя, да? Двойного выстрела нету. А сколько у тебя выстрел вообще? А, это же он взрывом еще его заденет. Блин, вот это еще беда. Надо отступать. Куда там? И там такой взрыв на 4 клетки, он, наверное, вот это все порушит. Так, 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 надо валить, валить, валить. Куда валить? Куда валить? Куда валить? Раз, два, три, четыре, вот сюда валить. Или сюда. И взрывать вы вайпера вместе с его... А что, эта штука не взрывается? Странно. Вот эта штука вроде как не взрывается. Должна. Ох, крепкая зараза какая. Ладно. Ладно, ладно. Как бы не было досадно, но ладно. Так, ну по идее ты должен его завалить. Тут сколько? 8. 8 тебе надо попасть, да? Давай. Попади и 8 попади. Отлично. Девяточка. Ну, троих убил, мужик, ты должен прокачаться. Троих самых крутых юнитов, блин. Хм. Интересно. Так, вот этого надо бы завалить. А кто еще у нас остался? Рубака. Рубайка его. Сверху вниз. Хача! Так, хорошо. Теперь бы вот этого завалить. Блин, а как? Наверное, не завалит он его. Их два осталось, блин. Да, не завалит он его. Ладно. Мочим снайпером. Жалко, конечно. Еще бы одного бойца, чтобы этого наверняка завалить. Я бы снайпером этого убил бы. Костюм этот дурацкий. Но, увы.
Залезем повыше, увидим побольше. А ты, мужичок, будешь в обороне. У него, кстати, добивание есть. Может, сейчас подфартит. Доберитесь до хранилища. Часы тикают. Разминируйте, пока не поздно. Не дрейфь, мужик, все нормально. О, кстати, а что такое? А куда ты делся? А он, наверное, никого не видит. А, тут же я за статуей за этой, ё-моё. Так, инженер, 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 инженеришка. Где ты, родной мой? Давай. Забрать сундук. Снижает время исследования текущей технологии. Стоимость контакта. Не, нормально. Технологии это нормально. Контакта процент маловатый. С аватара на 2 дня. Подтверждаю, заряды отключены. Уничтожьте остатки сил противника в секторе. Ну, по идее, это все уже. По идее, это все. Последний должен быть. Так, где ты, где ты, где ты, где ты, любовь моя? Вот ты где. Вот эту штучку-дрючку надо забрать. Там что-то вкусненькое. Прикольная лестница такая. Модифицированный повторитель это 10% и концентрация. Хорошо. Пригодится. Пригодится. Так, что с тобой делать? Я тебя не вижу, никто тебя не видит. Ну так, я должен точно тебя увидеть. Нет? Странно как-то все это. Ну ладно. Ладно, так-то и так. А если вот так вот? Ну так точно должен видеть. Невидимый ты мой, блин. И так не вижу. Слушай, а где он пропал вообще? Может, он смылся туда? Они любят обходить. О, привет, родной. На-на. Hello. Bye-bye. Ну, давай, эвакуэйшн. Все мертвы, зона чиста. Ох, хорошо. Одного ранило, блин. Жалко, я его не подлечил. Впечатляющая работа, шеф. Пришельцы, наверное, до сих пор не поняли, что это было. О, все-таки тебя повысили, отлично. Так троих сняло, слушай, самых крутых юнитов. Кроме сектопода, блин, все самые крутые. 2 дня всего, отлично. Кто крутой? Ты крутая девчонка. Такие ляжки прикольные. В таком костюмчике. Класс. Такой бы костюмчик себе заиметь. Вот это всегда на чеку прикольная штука. Оборонка тоже хорошая штука, конечно, блин. Но я, наверное, возьму всегда на чеку. Это ж просто офигеть, когда она максимально походила и сразу в оборонку становится. Это очень удобно. О, продвинутая концентрация. Угу, класс. Где-то расширенный магазин надыбали. Непонятно где. Ваша команда снова нанесла серьезный удар по инопланетной угрозе. Впечатляющая работа, командор. Ученого дали. Отлично. Бдительность предотвращено событие. Так, ну что, друзья, удачи вам. О, 11% бонуса. Ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Рассказывайте, как вы проходите игрушки. О, мы недалеко от ТНТ отлетели. Пейзаж красивый какой. Такие елочки. Снесли одну елочку, когда сажались.
лимит связи. Прекрасно. Так, на минутку я позволил себе поверить словам Тайгана. Решил, что умирающие старейшины упростят нам задачи. Надо было догадаться, что все будет отнюдь не так просто. Как всегда, пришельцы решают свои проблемы путем экспериментов над людьми. Уничтожение планеты или того подобное. Другого... или другое. Так, вполне вероятно, что нам выпал шанс убить их раз и навсегда. Не будет лекарства, не будет и старейшин. Так, ну что ж, друзья. Счастливенько. До встречи в следующий раз.